Ученый Казанского федерального университета стал лауреатом общенациональной премии «Профессор года». Подробности в сюжете. Ежегодно премии «Профессор года» отмечают выдающихся ученых и педагогов в целях сохранения и дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования. В этом году в числе лауреатов оказался заведующий кафедрой теории функций и приближений Института математики и механики имени Лобачевского. Для меня это большая честь, поскольку по всей России выбор профессора. Собрание, ходит много ученых солидных. Общественное признание моих заслуг. Чтобы стать лауреатом премии, ученому нужно иметь множество публикаций и высокую цитируемость научных работ. В научном сообществе эта переменная определяется индексом Хирша, соотношением количества и качества опубликованных материалов. Показательным считается размещение в базах данных научных работ Scopus и Global Science. У меня 500 с чем-то ссылок в этих базах данных. Есть так называемый индекс Хирша. Этот показатель у меня по Web Science 15, по Scopus 14. Это довольно много для математиков. В этом году у меня вышло 3 статьи. За рекордно короткое время приняли мою статью, в иностранный журнал отдал. Награждение лауреатов премии пройдет 28 сентября в Москве в рамках 4-го профессорского форума «Наука и технологии в 21 веке. Тренды и перспективы». Ариадна Кугушева, Универньюз.